Главнее всего погода в доме. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям отопительный сезон по-прежнему вопрос номер один. Январь 2016-го выдался морозным и пожароопасным. В регионе огненная стихия унесла жизни 10 человек. Основной причиной возгорания остается неисправность электропроводки и печного оборудования. Сергей Сергеев продолжит. В январскую стужу в некоторых домах было жарко. Почти 70 пожаров произошло в регионе за время отопительного сезона. Это меньше, чем в прошлом году. В других квартирах мерзли. Температура воздуха не превышала и 15 градусов. В новогодние, как бы, праздничные каникулы отсутствие тепла в некоторых квартирах. Эта проблема, мы ее сейчас рассматриваем, создали рабочие комиссии. Рабочие комиссии, которые будут заниматься вопросами инженерного рассмотрения данного вопроса. На сегодня теплом обеспечены все жилые дома и социальные учреждения области. Вопросы недогрева в квартирах на контроле у спецкомиссии. Второй вопрос заседания – весеннее половодье. Сильного потопа в городе не будет, уверяют спасатели. Однако невывезенный снег ситуацию может усугубить. Реки у нас не вскрылись, деваться ему некуда, и он будет подтапливать, скажем так, придомовые территории, подвалы населения. Вот. В принципе, к этой ситуации мы готовы. 4500 человек и более 1000 единиц техники мониторят обстановку 13 стационарных гидропостов. Природа непредсказуема. Когда же в регион придет большая вода, точного прогноза спасатели пока не дают. Сергей Сергеев, Денис Федорков, телеканал «7».